Бесплатный вход для борцов с пандемией. Во Владимире с 1 декабря стартует акция «Герои нашего времени». Она посвящена сотрудникам медицинских учреждений. В рамках нее они могут бесплатно посещать экспозиции Владимира Суздальского музея-заповедника. Всего на безвозмездной основе работники медучреждений смогут посетить 50 постоянных экспозиций. Это такие, как «Искусство России. 20 век», «Комната прабабушки», «Путешествие в каменный век», «Русский дом», «Пять минут для красоты» и многие другие. К сожалению, заболеваемость находится на достаточно высоком уровне. И, наверное, в это время мы должны подумать действительно о тех, кто борется с инфекцией, о тех, кто, не жалея своего времени, сил, а порой и жизни, старается как-то спасти всех нас. Поэтому мы подумали и решили, что внести какую-то свою лепту в этот процесс и поблагодарить таким образом медиков за их самоотверженный труд. Акция проводится для признания высоких заслуг отечественных медиков в деле борьбы с эпидемией COVID-19. Для того, чтобы увидеть выставки, с собой нужно иметь документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности в медицинском учреждении, справку с места работы. Принять участие в акции смогут не только врачи и медсестры, но и весь персонал учреждений вне зависимости от должности. Она поможет поднять боевой дух медицинских работников. Они должны понять, что они не одиноки, что мы вместе с ними. Это очень важно, что мы с вами все вместе уделяем внимание тем, кто на переднем рубеже сегодня решает серьезнейшую проблему. В прошлом году подобную акцию проводил Общероссийский народный фронт. Тогда более 500 медработников бесплатно посетили спектакли Академического театра драмы. Акция «Герои нашего времени» стартует с 1 декабря этого года. Возможность посетить экспозиции у медиков будет на протяжении месяца. Завершится акция 31 декабря.